Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 8 по 15 июня. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, вам понадобится один из двух автомобилей GMC. Ну а нужно всего лишь завершить любую гонку. За второе испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Alfa Romeo. Ну а нужно всего лишь завершить 5 гонок один на один. За третье и, пожалуй, самое сложное испытание можно получить 55 тысяч опыта. Для его выполнения вам потребуется автомобиль марки Holden. Ну а задача – продемонстрировать стиль Эбису 10 раз. Как написано на Вики, вам необходимо продемонстрировать идеальную технику дрифт после идеальной техники воздух. Но у меня почему-то получалось и наоборот. В любом случае, проще всего эту технику сделать в дрифте на холмистой местности. Ну а для последнего испытания вам понадобится автомобиль марки Nissan. Все, что вам нужно, это продемонстрировать технику полицейский разворот 15 раз. Но для выполнения техники вам необходимо двигаться задом и развернуть автомобиль на 180 градусов. Ну а приз за последнее испытание – это Nissan Silvia KS. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон, который стартует 15 июня. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!